Здорово, киллеры! Итак, продолжаем играть Hitman Absolution. Это миссия 9. Итак, называется она «Побрить Ленни». Так, для начала мы расправимся с его бандой. Так, а вот двое из его банды обсуждают грязные делишки про то, как намахать Декстера. Давайте-ка послушаем. Нет, нет, нет. Нет, чувак, я на это не пойду. Это слишком опасно. Ты что, про Дэриена забыл? Как насчет Дэриена? А, Дэриен. Дэриен облажался. По мне, так он того заслужил. Слушай, ты что, хочешь торчать? Да, вот такие розовые кадиллаки были популярны в 50-е годы. Даже Элвис Пресли одну из таких купил и подарил своей маме. Его мама была мечта иметь розовый кадиллак. Так, в общем-то... Так, вот мы отвлекли кассиршу. Так, сейчас мы поднимемся на второй этаж и немного там подождем, пока придет наша цель. Да, скучно вот так вот сидеть и ждать. Так, ладно, давайте-ка посмотрим в окно. Уже какое-то развлечение. Так, ага, один пошел в гараж. Ага, вот этот кадр идет сюда. Так. Сейчас мы достанем леску и отправим его в иной мир. Так, сейчас он там возьмет деньги с кассы и поднимется сюда. А, вот он, гаденыш. Так, ну что ж. Иди-ка сюда, детка. Ах, красиво. Так, ну и теперь это прячем его в шкаф. Так, давай, отдохни в шкафу. О, бля, жирный ублюдок. Так, тело спрятано. Ну что ж, теперь можно отправляться, собственно, в гараж. И там убить нашу следующую цель. Простите, но магазин закрыт. Возможно, навсегда. Так, тут менты ремонтируют свои драндулеты. Просто идем прямо мимо них. Им вообще на нас все равно. Так, главное, в общем-то, не выделяться. Ну, все как обычно. Так, вот тут лучше присесть на корточки и как гопник пройтись до дверей. Так, есть. Тут вы можете сохраниться. Ну, все зависит от уровня игры. Если вы играете на легенды, конечно же, сохранений не будет. Так, ключ я не взял, не зря взял. Сейчас мы отвлечем вот этого вот лысого. Так, и теперь быстренько идем. Так, прячемся в шкафу, потому что сейчас пройдет мент и еще пройдет наша цель. Тут надо быть очень осторожным. Так. Тут еще как назло за ним мент ходит, как хвостик. Да, они как будто... Они мне напоминают каких-то двух геев, которые идут в одну комнату. Так, опля. Что-то не ожидал парень такого. Что жизнь кончится на каком-то противном старом складе. Да, очки у него ничего, мне нравятся. Так, тут опять можно сохраниться. Так, надо быть осторожным. Мне вот интересно, этот полицейский тут пройдет или не пройдет? Ага, он куда-то пошел на улицу. Так, надо подождать, может он вернется. Вообще бы его форма нам не помешала бы. Нам еще надо будет с этого уровня забрать улику.
На, сколько у них тут паутина. Ага, тут еще этот полицейский стоит. Так, и рабочий. Да, что-то пока не видно того полицейского, который тут проходил. Ладно, что ж, сейчас будем забирать улику. Так, для того, чтобы забрать улику, нам надо отвлечь одного полицейского. Так, в этой комнате у нас полицейский, механик и еще какой-то кадр. Так, вот он полицейский, что-то он там трындит по мобильному телефону. Так, ну нам нужна его форма, для того, чтобы можно было забрать улику. Так, что-то я забыл взять предмет, который мы будем кидать в сторону. Так, все-таки не попалился. Так. Так, пока вроде бы никто не двигается, все стоят на месте. Это хорошо, это меня радует. А то иногда себе надумал уже что-то, уже думаешь, да, вот буду действовать так. Тут идет еще один полицейский или либо какой-то работник, и все ваши планы идут к чертям. Так, сейчас мы этой замечательной отверткой отвлечем полицейского и обезвредим его, а потом заберем его форму. Давай, лысый, иди сюда. Иди на приманку. Стой здесь, я сам все проверю. Ой, красавец. Так, ну что ж, подбираемся к нему. Так, и обезвреживаем. О, тут сразу ящик. Далеко тело тащить не надо. Ху-ху-ху-ху-ху, я закон. Так, никто не смеет мне перечить. Теперь я буду всем выписывать штрафы и бить дубинкой. Так, ну а теперь забираем улику. Так, я еще пока это делать буду осторожно, потому что кто его знает, может сюда придет еще один полицейский. Так, ну давайте-ка это сделаем культурно. Господин полицейский, между глаз ему целься. Клади штабелями на рельсы. У нас тут вся братва. А, какой-то рэпер. Короче, все братва. Рэпер недоросток. Так, ладно, двигаемся дальше. Так, что ж, у нас еще один выродок остался. Тут тоже есть несколько вариантов его уничтожения, но я выбрал такой, самый оптимальный. Тут можно, в принципе, опустить на него машину, но как-то она не совсем точно на него приземляется. И вся проблема состоит в том, что один этот чувак из Банделани, он никогда, в принципе, не идет, не становится под машиной. Потому я отказался от идеи убийства машиной. Так. Вот, собственно, идет этот кадр. Гэвин Леблонд. Сами чистите? Конечно, сам. Ему завидно, что у него нет таких хороших ботинок. Так, ладно, сейчас мы подождем, пока он пройдет. И обезвредим полицейского возле дверей. Это очень важно, так как через эти двери мы будем переходить на следующий уровень. А там надо будет взламывать замок. Так, сейчас он зайдет за ворота. Так, этот полицейский курит и не подозревает, что с ним случится через минуту. Иди ко мне, сладкий.
Так, вот тут главное смотреть за работником гаража, потому что большую часть времени он курит, но иногда он подходит к машине и может увидеть, как вы тащите труп, либо закидываете труп в ящик. Так, вот он стоит, осматривает машину. Сейчас, как только он отвернется, мы закинем тело в ящик. Так, давай, иди сюда. Так, избавляемся от тела. Так, ну что ж, осталось убить только этого Леблонда. Так, а для этого мы сделаем ряд нехитрых действий, а именно подведем вот эти вот провода к ограждению. Ну и дальше, в принципе, все очень просто. Надо будет потянуть за рычаг и его ударить током. Так, придется немножко подождать, пока он сюда придет. Так, еще чуть-чуть осталось. Давай, иди сюда. Да, причем этот катер даже не подозревает, что это заграждение может бить током. Все-таки гениально. Так, ладно, тянем за рычаг. Он даже не видит, что искра. Ох, красавец. Так, осталось только спрятать его тело. Для того, чтобы миссия была чисто пройдена. Так, делать это надо быстро, пока рабочий гаража нас не увидел. О, уже групповушка тут небольшая. Так, теперь быстренько взламываем замок. Есть. Так, и переходим на другой уровень, в парикмахерскую. Так, на этой карте нам сейчас надо будет ликвидировать еще двоих дружков Лэни и обезвредить самого Лэни. Так, молоточек нам сейчас пригодится. Так, сейчас мы спрячемся. Так, 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 а куда я кину молоточек? Ага, я уже понял. Так, кидаем молоточек в стенку. Так, есть. И сейчас мы немного займемся паркуром. Вот так. Хитман тоже может быть Человеком-пауком. Так, и еще выше. Есть, готово. Так, так, так. И как воришка сейчас забираемся в окно. Так, ну а дальше все довольно-таки просто. Боже, сколько тут все-таки хлама. Так, тут мент, который ничего не видит. Короче, все тут маются дурью и никому до нас нету дела. Так, сейчас мы переоденемся в униформу парикмахера и сможем спокойно передвигаться по дому. Так, тут сидит какой-то укуренный мент, и ему, в принципе, все равно, что происходит вокруг него. Так, сейчас мы бежим в эту каморку и берем жидкость для разжигания. Так, а теперь мы идем в подвал. Так, сейчас мы организуем первое самоубийство. Так, вместо соуса ставим жидкость для разжигания. Так, ну и дальше, сейчас увидите, что будет. Да, кстати, тут в саду постоянно ходят два дружка Лани, и, в принципе, одного из них можно убить с помощью электрических проводов, когда он будет отливать, либо убить с помощью жидкости для разжигания. Но тут как бы либо то, это уже как бы на ваш выбор. Так, сейчас мы немного подождем.
Да, небольшое барбекю сейчас будет. Ага, так. Вот мы видим, на карте двигается один из дружков Лайни. Так, Хитман себе что-то бороду чешет. Ага, вот, принесли жидкость для разжигания. Правда, все думают, что это соус. Так, о. Сейчас будет настоящая птица Феникс. Острый соус хорошо пошел, ты загорелся. Вы все только представьте, какой там перец в этом соусе. Да-да. Так, ну пускай он лежит, ведь это как бы несчастный случай. Так, сейчас мы организуем еще один несчастный случай. Так, вот наша следующая цель. Так, эти какие-то неприличные видео смотрят. Какой-то садомаза. Так, ну что ж, ладно. Сейчас мы прервем их неудовольствие. Так, все, кино окончено. Уйди от меня, противный. Голубизна какая-то. Так. Так, сейчас мы тут пустим газ. И подождем, пока люк подойдет к печке. Так, пока посидим тут на корточках. Так, этот очень сильно переживает за своего друга. Поэтому вообще по барабану. Он просто стоит и куда-то смотрит вдаль. А, пофигу чуваку, что его друг лежит носом в землю. Так. Ну что ж, Люк, тебе осталось жить совсем недолго. Так, Лайни нас уже ждет в кресле парикмахерском, но сейчас мы к нему тоже придем. Так, газ понемножку идет. Так, сейчас он там посмотрит это садомаза видео и подойдет к печке. Да, бедолага просто не туда впутался. Так, ну давай же, парень, иди к печке. О, наконец-то. Так, вот тут надо быть осторожным. Иначе он увидит наше оружие. Так, все надо сделать очень быстро. Так. Вот это да. Впервые такое вижу. Где же помощь? О, yes! Еще один несчастный случай. Так, оружие быстренько прячем с помощью капслока. Ну или какая у вас там кнопка. Какая карма, чувак? Да, чувак, сегодня просто не твой день. Да, и главное, все стоят и смотрят, нет, чтобы как-то скорую там вызвать или как-то подойти к нему и спросить его, are you alright? Так, ну, в принципе, всем пофигу, что он умер. Так, тут еще таблетки снотворного лежат, и их можно подкинуть в пиццу. А чтобы подкинуть снотворное в пиццу, как раз и надо отключать телевизор, на котором показывается садомаза фильм. Так, я взял пистолет, меня чуть не заподозрили. Все-таки парикмахер не должен иметь пистолет. Но подкидывание снотворного в пиццу — это уже немного другой сценарий. Так, сейчас немножко Лайни потрындит, и мы его обезвредим. Вот Чикаго это по мне, чувак. Ты неразговорчивый, да? Знаешь свое место. Ну, да, Лайни, что ты много трындишь. Вуаля. Так, ну что ж, похоже, мы неплохо справились. Сейчас мы вывезем Лайни на природу. Так, бесшумный убийца, отлично. Он довольно-таки неплохо.